представляем вашему вниманию материнскую плату от компании MSI модели Z87M G43, форм-фактор которой Micro ATX. В комплект входит диск с программным обеспечением, инструкция пользователя, а также планка с разъемами для задней панели системного блока и два SATA кабеля. Сокет данной материнской платы 1150 и поддерживает процессоры 4-го поколения от компании Intel, такие как Core i7, i5, i3, Pentium и Celeron LGA 1150. Материнская плата поддерживает до 4 планок оперативной памяти DDR3. Максимально поддерживаемый объем оперативной памяти составляет 64 ГБ. Также материнская плата имеет встроенное 7.1-канальное High Definition Audio. Материнская плата имеет такие слоты расширения, как 2 PCI Express X1, 1 PCI Express 2.0 X16 и 1 PCI Express 3.0. Также материнская плата имеет 6 разъемов SATA 3. На задней части расположился один комбинированный разъем PS2 для клавиатуры или мыши, 4 USB 2.0, один разъем для подключения сетевого кабеля RJ45, 2 USB 3.0, один оптический S-PDIF выход, один VGA, один DVI, один HDMI и один DisplayPort, а также 6 разъемов для подключения аудио. Также стоит отметить, что видеовыходы будут работать только в том случае, если процессор имеет встроенное графическое ядро. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.